нам приезжали представители UNFPA и YPIRS, и мы обсуждали с ними вопросы гендерного равенства в контексте торговли людьми. После всех наших мероприятий и совместных дискуссий мне безумно захотелось присоединиться к YPIRS. Мы обсуждали вопросы домашнего насилия. Я никогда не рассматривала эту тему так тщательно и так глубоко, как мы рассматривали ее сегодня. В второй половине дня к нам приезжали представители организации ЮНИСЕФ. Они проводили для нас дебаты. Честно говоря, я впервые принимала участие в дебатах. Мне такая форма очень понравилась. Получилось такое всестороннее обсуждение этого вопроса. У нас была сессия о безопасности в интернете. К нам приезжал представитель компании EPAM.